прогул, да? Ну, а Овечкин спешит на подмогу. Прокомментируйте, пожалуйста. Да нет, это очень на самом деле здорово, что он, они приедут, помогут сборной. А на самом деле все прерывали, чтобы он как можно больше боролся за клуб. Вы не посмотрели игру, не видели вообще, да? Не, я, знаете, смотрел в 3 часа ночи встал, смотрел. Как я. Но у меня же, слава богу, есть чем заняться. Большая сон, сенсация. Здоровый сон. По меркам НХЛ большая сенсация, что президент трофи вылетел. Ну, это не сенсация, как бы на самом деле. Достаточно случаев было. И у меня был такой опыт, так что очень тяжело выиграть на самом. Все очень, команды все равны. Что думаете о Дании? Посмотрели датчан? Пока еще не было времени посмотреть, так что, но я думаю, что на этом турнире все собраны. Все подтянулись уже, и нет такого, что можно шапками закидать или еще что-то. В 2012 году вы играли с Овечкиным, который прибыл в 1-3. Сегодня справа. Ваше впечатление, сейчас готовы так сыграть? Это все будет решать тренер. Я готовлюсь, чтобы я был физически готов и был на 100% готов, помогал команде. А вас не волнует, что у вас правый фланг, это смены так? Нет, постоянно. Много вопросов вы задаете, вы очень настырный. Павел, как будет сейчас вопрос? Ты настырный, ладно.